Вот ту сторону убери, пожалуйста. Я буду вот так. Я говорю, вот ту сторону убери, вот туда. И свети вон туда. Я слушаю вас. Лейтенант, полиция. Недобежка, Александр Васильевич. Отлично. А что мы это сразу не можем сделать? Почему? Мы можем. Вы ведите себя нормально. Да вы не заикайтесь. Да я не заикаюсь. Сотрудник вышел, идет в нашу сторону. Добрый вечер, господа. Добрый. Отдыхаете? Да. Откуда куда? Да вот здесь да решили остановиться. А? Пригурочек остановили. Откуда сами? Да неважно. А? Не важно. Почему не важно? Ну, потому что. Ну, как это не важно? Ну, вот так, не светить фонариком. Неприятно. Неприятно? Да. Документы, пожалуйста, водитель. Скажи, не водитель, я пассажир. Можешь ждать. Где вам документы? Скажи, свидетельство о регистрации можешь дать. Скажи, свидетельство о регистрации могу только дать. Что? Свидетельство о регистрации могу дать. Ну, пожалуйста, свидетельство. Как вам удобнее? Скажи, я не водитель. Я не водитель. Ну, вы находитесь за рулем. Да это не важно, управляет. Так какая разница, кто за рулем находится? Или имеет все-таки значение? Конечно, скажи, кто такой водитель, спроси. А кто такой водитель? Водитель, лицо управляющее транспортное средство. Абсолютно. А точно. Я в данный момент что сейчас делаю? Вы находитесь за рулем. Так, но я же не управляю. Стоите. И что? Ну хорошо, это гражданин. Паспорт показать? Паспорт покажи. Документ, удостоверяющий личность. Паспорт в руки не передавай. На транспортное средство. В руки не передавай. Очень приятно. С него документ. Смеется регистрация транспортного средства. Ну, я же говорю, я пассажир. Ты свидетельство можешь предоставить. А где собственное транспортное средство? Ты должен подойти через часик где-то. Через часик? Да. Через часик? Да, где-то так. А я пока машину поохраняю. Да? Да. Точно? Точно. С документами вообще. Его документы. А ваш документ можем посмотреть, ознакомиться? Так. Сейчас посвящу тоже, то не видно. Ну долго, долго. Рука замерзает. Сочувствую. Так. Лейтенант полиции. Да. Недобежкин. Александр Васильевич. Александр Васильевич. Да. Инспектор ДПС. 11 января 2012 года. Огонин, где он тут пишется? А, 11 января 2016. Вижу. Да какого года? Да как, до 2016 года, получается. Да. 11 января. 11 что? Января? Ну, да. Еще 2016-го? Да. Он уже просроченный. Это же просроченный, получается. Просрочен. Так он не полицейский так вообще. Так вот, получается, не полицейский. Почему? Да он же просрочен. Ну, уважаемые, мы... А как это так? Подневольные. Это нарушение, документы скажи. Документы сдали на замену служебного удостоверения. Никак не выдали. Так он даже он не знал. Заранее, там, по-моему, послушай, он даже не знал, как он у подал. Есть отдел кадров, который этим занимается. Подал. Вы понимаете, сейчас на данный момент получается гражданин, как и я. Не, ну, не, ну если Алексей, так... Алексей? Да. Алексей, не, ну шутки шутками. У нас город стратегический. Ну. Вот. И если, допустим, вы вот... Я вас прекрасно понимаю, к чему вы ведете. Вы можете быть пассажиром в автомобиле. В угнанном, образно говоря. Ну, можно по ориентировке, образно говоря, проверить же, правильно? Ориентировки вот. Же есть. Ну, а если чисто по человечески, а чисто по-человечески можно... Ну, вы же меня разбудили, ну, не по-человечески, я спал, лежал. Он с товарищем, да, вы взяли, меня разбудили. Товарищ снимает, все, на камеру. Ну.
опасаемся, вдруг и мало ли что. За кого опасать? Да и всяко на дорогах бывает. Вот на момент спал, вы мне сон перебили. Да? Да. Ну мы же наоборот, знаете, радеем за граждан Российской Федерации. Вдруг что-то случилось. Вдруг задохнулись. Или там. Бывают разные случаи. Да видите, вроде сплю, спал, дышал. Вроде спите, да? Да, спал, дышал, я имею в виду. Ну а так что насчет документов? Транспортное средство. Водителя ждем. Принесет, посмотрите. Хотите, да? С нами подождите, да. Через сколько? Ты же вам сказал, через час. Да. Хорошо, подождем часочек. Хорошо. Лех, знаешь, самое главное? Ты должен понимать, смотри, какая фишка. Он сам удивился, что оно просроченное. Понимаешь, то есть он не знал, ты ему об этом сказал. А он сейчас просто брешет на глазах, что он подал документы. Когда он только что с удивлением сказал, о, просрочен действительно. А Недобежкин курит. А? Этот Недобежкин курит. Представляешь? Сотрудник полиции в форме при исполнении и курит. Это как так? Причем ходит тут, красуется этой сигаретой. Поворотничек. Давай, паркуй здесь. Вот, езжай. Да, точняк. Владимир. А, не. Ну все, тебя остановили, да? А, меня остановили? Да. Тебя остановили, ты соответственно. Здравствуйте. Секундочку. А вам какие документы нужны? У вас тут пункт управил 2.1.1. Свидетельство о регистрации страхового полиса. Водительское удостоверение. Пожалуйста. Водительское. Как у меня? Алексей. Свидетельство о регистрации. Держите. А ваши документы можно? Тебе заняться нечем. Заняться нечем, говорю. А ваши документы смотреть можно? Открой-ка, разблокируй, пожалуйста. Не, разблокируй. А, дверь? Да. Можно, пожалуйста? Да вы просто отойдите, видите, я дверь открываю. А вы тут прям такой деловой, смотрю. Вам что, заняться нечем, я не пойму. А что? Я говорю, светите, направляете в сторону объектива. У вас все нормально со здоровьем, с психикой, с головой? Нет, ничего. Мне кажется, у вас голова не в порядке. Вам сказали, уберите фонарь. Нормально сказал? Нет? Нормально. Значит, убери фонарь. Фонарь убери. Убери. Я буду с тобой разговаривать. Потому что ты нормальных слов не понимаешь. Вот это убери, пожалуйста, вот ту сторону. Вот ту сторону убери, пожалуйста. Я буду вот так. Я говорю, вот ту сторону убери, вот туда. И свети вон туда. Вон туда свети, тебе говорят. Понял? Я буду вот сюда светить. Ну, главное, мне не в камеру. Хорошо. Не свети. Понял? Деловой. Твоя фамилия, имя, отчество. Я уже показывал удостоверение. Я говорю, мне фамилия, имя, отчество. Представь, мне удостоверение не надо, гражданин. Подождите. К вам сейчас сделал обращение, гражданин? Да. Да? Да. Ваша обязанность какая? Какая? Вы не знаете федерального закона полиции, статью 5, пункт 5, да? Знаю. Ну, так выполните его. Выполню. Ну, я не слышу. У нас проводит. Я не слышу. Я уже представлялся. Я обратился, гражданин. Мне, представьтесь. Мне надо умолять вас, не пойму, на колени. Тогда выполните обязанность свою. А это мое требование. Хорошо. Ну, так что, я слушаю вас. Лейтенант полиции. Недобежкин Александр Васильевич. Отлично. А что мы это сразу не можем сделать? Почему? Мы можем. Вы ведите себя нормально. Да вы не заикайтесь. Да я не заикаюсь. Вот это вот
Это ненормально, когда вам сказали этого не делать. Я не слышал. Да вы все видели, что он говорит. Я не слышал. Пообщался. Вы трезвый, адекватный человек. Нет, а то я в следующий раз 120 диодов с собой привезу и посвечу в глаза тебе, и ты ослепнешь. Нет. Понимаешь? Вот я подошел. И что? Там. Да, замечательно. Гражданин сказал, что он не управляет автомобилем. Не управляет, сейчас он управляет? Да. Ну, что, отлично, сейчас все законно. Нет, что сейчас придет... Только для проверки документов, я не знаю, что в этом сказано, но не важно, ну проверили, да проверили. Что придет сейчас собственник? Или водитель, ну, управляющий транспортом? Ну, водитель поехал, водитель есть? Да, все. Водитель все, есть, все хорошо. Вопросов а ваша ошибка нет. Знаете в чем? В чем? В том, что вот это вот делать не надо, когда вас просят. Я понимаете? Не слышал из-за стекла. Я вам показывал, а вы мне как, что говорили? Как вы? Да на видео это видно. Нет, понимаете? Ну, вы сидите, жестикулируете. Повторяете движение камеры, чтобы засветить. Да чтобы не было видно ваших действий, а-а-а. Правильно? Да? Товарищ пассажир, вы да, можете... Вы можете направлять на меня оружие. Понимаете? На вас оружие направлять? Да. Вы сидите... Зачем на вас оружие? Вы же видите, что это камера. В тонированном автомобиле. Вы же видите, что это камера. Это вы же видите, вот сейчас... сейчас... А? Это предмет. Да, понятно, что это предмет. Но. Вы видите, что это камера. Ну, вот и для вижу. Этого направляете. И вы изначально видели, а сейчас вы пытаетесь... Пытаетесь переобуться. Да мы не переобуваемся. Ой, ладно, переобувайтесь. Ладно, все проверили, все хорошо, все, до свидания. Шли пути водителю пожелали. Не проходит. Ну, мы еще не уходим. А, ну все, давайте, а то мне уж холодно. Да присядьте. Человек, это не запрещено. Вам счастливого пути. Спасибо. Товарищ водитель. Да, да. Счастливого пути. И вам. А вы обязательно поменяйте этот свободный удостоверение. Здоровый. Живите богато, ну, сколько насчет, позволит и ваша насчет, зарплата. Насчет, да, богато или богато, это вам уже решать. Богато, это вам уже решать. Это вам уже решать. Вот. Спасибо, спасибо. Вы обязательно в отдел кадров зайдите, поменяйте удостоверение. На самом деле это очень... Алексей Павлович. Валентинович. Служебное удостоверение в стадии замены. Да, если честно, вы удивились, когда я вас спросил, говорю, вы знаете, у вас, он, какой там, 12 января, там, по-моему, 11 января 2016 года. Вы прям, да? Прям удивились так. Ну, понимаете, так вообще, как будто вы не знали даже об этом, понимаете? Ну, знаете, я, может быть, знал. Нет, по-моему, вы все-таки не знали. Вот у меня есть такое подозрение, что вы, скорее всего, не знали об этом. Если бы не я был, так бы вы бы ходили бы еще, наверное, год-то так. Мы не будем ходить. Вот как только поступит служебное удостоверение. Это же не, я вам уже объяснял, это не наше. Возможно, захотел, заменил. Не, вы... Счастливо. Вам не хворать. Ну, когда вот, знаете, отношения... Мы все прекрасно понимаем ваши, наши обязанности. Вот. Но когда подходит по-человечески, я, допустим, к вам подошел, я бы не, да я понял. Не грубил. Не, ну я же, вам тоже, не грубил. Нет, я же с вами вежливо. Ну вы начали, вот сейчас придет водитель, он ушел через час, ну зачем это нам? Ну, как вам сказать, ну я же не из плохих побуждений же, вы же тоже меня тогда простите. Ну, бывает такое. Счастливо. И вам не хворать. Всего доброго. До свидания. До свидания. Раскроем лица под масками, шапками и касками. Опишем все подробности правды красками. Мы рядом и не расслабляй свою пятую точку. Возможно, это мы сегодня спасли твою дочку. От пьяного водила с кошельком безмерным, с тонированным стеклом и перегаром непомерным. Не с той стороне, у нас есть номер горячей линии. Дорожный контроль на страже города с громким